Господь Бог, Ты наше прибежище, Ты наше упование и надежда, Ты, Господь наш Бог, наш чайки, царя батарейки, царики сада, и вот возьмет народ мой посох и пойдет в дальний путь, Аларабаткен Менерикетера, который укажу я, пойдет народ мой, Аларабанерики Менерикетери Генджандер, пойдет безропотно Аларапатор Кимен Рибедрикетере Кинчанда, Курманара, Курманара Халрекетера, а я буду хранить, хранить пути в дороге, буду хранить, хранить Аларапатор Кумен Рикетере Кинчанда, и ничего с собой не возьмет. И тот, кто ни о чем не пожалеет и не сожалеет, Аларапачен Кирмен Рикетера, достигнет того места, которое я укажу и в которое место я направлю. А так будет, дети, так будет, Аларападара Халарикетери Кинджанда. И когда открою путь, что безропотно шел народ мой, Улебадара Халарикетери Кинджанда, ибо это будет путь мною открытый для спасения Аларападкаймана Рикетера, Буркатара Халарикетери Кинджанда, чтобы помиловать народ свой, Мулинара Манар Кимен Рибедрикетери Кисандар, я уберег место, в котором укрою и сокрою народ свой. Аларамана Кирмана Рикетера, но народ должен пойти без страха Аликетера и без сожаления, ко всему без сожаления Аларападкаймана Рикетера Гинджанда. Что оставлено, то оставлено, что приобретено Уларападчан Туркурмана Рикетера, то приобретено и оставлено будет. Аларапатор Хамай Тукхейсена Рахадрикетера, ибо оно ничего не пригодится. И кто без сожаления к этому отнесется, у того будет приобретение. Приобретет народ тогда, приобретет. Чтобы что-то приобрести, нужно что-то утерять и потерять. Аргантар Камана Рикетери Кисандр, так говорю к народу своему, так молвлю к нему, Улататей, Улапатей, Чайтарекетей, Сатараха Рикетура, Тайтарена Рикетура Кинчандр, молитесь, ибо вскоре Аликичандр Гульмена Рикетера, враг будет ставить печать свою, Уларападкен Мене Рикетери Кинджандар, Пайтерен Рибадараха Рикетера, умоляйте ныне умоляйте Бога живого и Бога живых, чтобы я сохранил вас, дети, от начертания от этого числа зверя 666, ибо немногие молят и умоляют меня об этом. Арабадара Хадрикетера, ибо отодвигают на дальнее время, но время уже пришло читать откровение Аларикинчандар стих за стихом, стихом, строка за строкой, так говорю, дети мои, так говорю к вам ныне. Улибадара Халрикетера, вникайте в слово мое, вникайте, Аларабадкен Мене Рикетера, а я буду подтверждать, буду говорить буду через моих пророков. Улетар Камана Рикинчандар, улекет кайту лекет дуреки санара хадрабадаки мене рикетуреки чатар. Так будет, дети. А так будет, времени уже мало, времени нет почти, Аларабатара. Туркинера, молитесь за свои дома, молитесь за своих родных и близких, молитесь, дети, за себя. Убеляйте, очищайте, освещайте свои одежды, Аларабаткай, Турена Рикита, Джай, Турена Романа, Рахала Рикетера, Батайту Кенера, Бичан, Тургулемана Ребата, Рахала Рикетера, Три Бога, Аларабаджан, Курмана Ребата Рикетера. Но эта тревога не от Бога, не от меня, Аларабаткай, Манарикетери, Кенджанда, а принесет эту тревогу враг. Но вы, дети, знаете, Аларабатканера, как отражать, как от нее отдаляться и уходить, Аларабатар. Чирбадара Халрикетера, ко мне, дети, ко мне взывайте, к горам поднимайте взоры, к горам Аларамаджи, Чинерабадара Халрикетера. Я укрою и сокрою народ, верный народ истины, кто ходит в истине моей, Аларападкаймана Рикетера,
кто дорожит словом моим. Алябатай кинура, алябатай чантуке текенаревадрикетера. Это будет повсеместно, повсеместно. Нигде без меня не укроетесь и не сокроетесь. Некуда будет бежать вам от этого аларакатканера текетура. В один город побежите, и там, в другую страну побежите, и там. Ибо везде, везде будет аларабатканера, по всей земле будет начертание и число зверя. Улетарабатар, ибо приходит это уже время, приходит, приходит, дети. Молите, умоляйте Господина своего, Бога живого и Бога живых. Умоляйте, дети, аларабаткатера на реке Терекисанара. Немногие сейчас, немногие Алларамана Рахаларики Терекенджанда, немногие сейчас молят и умоляют об этом Алларамана. А я говорю, молитесь и молитесь, дети, чтобы вы были ограждены, чтобы вы были сохранены. Аминь.